Впервые были арестованы главные абериуты Хармс и Введенский. Таракан сидит в стакане, ножку рыжую сосет. Он попался, он в капкане, и теперь он казни ждет. Он печальными глазами на диван бросает взгляд, где с ножами, с топорами вивисекторы сидят. У стола лепком хлопочет, инструменты протирая, и под нос себе бормочет песню «Тройка удалая». Думать обезьяне. Мысли нет, она поет. Таракан сидит в стакане, ножку рыжую сосет. Таракан к стеклу прижался и глядит, едва дыша. Он бы смерти не боялся, если б знал, что есть душа. Но наука доказала, что душа не существует, что печенка, кости, сало — вот что душу образует.
Есть всего лишь сочленение, а потом соединение. Против выводов науки невозможно устоять. Таракан, сжимая руки, приготовился страдать. Подходит, и, ощупав ему грудь, он под ребрами находит то, что следует проткнуть. И, проткнувши, на бок валит таракана, как свинью. Громко ржет и зубы скалит, уподобленный коню. И тогда к нему толпою вивисекторы спешат. Кто щипцами, кто рукою таракана потрошат. 104 инструмента рвут на части пациента. Помирает таракан. Он внезапно холодеет, его веки не дрожат. Тут опомнились злодеи и попятились назад.
Все в прошедшем, боль, невзгоды, нету больше ничего, и подпочвенные воды вытекают из него. Там, в щели большого шкафа, всеми кинутый один сын лепечет. Папа, папа, папа. Бедный сын, но отец его не слышит, потому что он не дышит. И стоит над ним лохматый вивисектор удалой, безобразный, волосатый, со щипцами и пилой. Подлец, носящий брюки, знай, что мертвый таракан — это мученик науки, а не просто таракан. Сторож грубую рукою из окна его швырнет, и во двор вниз головою наш голубчик упадет. На затоптанной дорожке возле самого крыльца будет он, задравши ножки, ждать печального конца. И в его косточки сухие будет дождик плевать, и в его глазки голубые будет курица клепать. Знаки зодиака над просторами полей. Спит животная собака, дремлет птица воробей. Толстозадые русалки улетают прямо в небо. Руки крепкие, как палки, груди круглые, как репа. Ведьма, сев на треугольник, превращается в дымок. С лишачихами покойник стройно пляшет кекуок. Вслед за ними бледным хором ловят мухи колдуны. И стоит над косогором неподвижный лик луны. Меркнут знаки зодиака над постройками села. Спит животная собака, дремлет рыба камбала. Колотушка тук-тук-тук. Спит животное паук, спит корова, муха спит. Над землей луна висит. Над землей большая плошка опрокинутой воды. Леший вытащил бревёшко из мохнатой бороды. Из-за облака сирена ножку выставила вниз. Людоед у джентльмена неприличное отгрыз. Все смешалось в общем танце, и летят во все концы гамадрилы и британцы, ведьмы, блохи, мертвецы. Thank you.
Кандидат былых столетий, полководец новых дней, разум мой. Уродцы эти непонятны для людей. В тесном торжище природы, в нищете, в грязи, в пыли, что ж ты бьешься, царь свободы, беспокойный прах земли? Высока земле обитель, поздно, поздно, спать пора. Разум, бедный мой воитель, ты заснул бы до утра. Что сомнения, что тревоги? День прошел, и мы с тобой полузвери, полубоги, засыпаем на пороге новой жизни трудовой. Колотушка тук-тук-тук. Спит животное паук, спит корова, муха спит. Над землей луна висит. Над землей большая плошка опрокинутой воды. Спит растение картошка. Засыпай, мой друг, и ты.
Тогда, 100 лет тому назад, абериуты были ведь молодыми людьми. И, кроме всего прочего, увлекались женщинами. Увлекались рьяно, увлекались по-всякому, вплоть до неприличия в стихах. Особенно Хармс. Примеры не буду приводить из опасения. Любимые женщины абериутов нередко были общими. Некоторые работали в редакции детских журналов «Чиж» и «Юж». Среди них художница Алиса Парет, которой Хармс как-то сделал предложение, но получил отказ. Их отношения и связи с женщинами сейчас бы были гневно заклеймены. Женщины для этих ребят были существами иного порядка. Даже в стихах и пьесах всякие физиологические свойства обнаруживаются постоянно. Жена Хармса, Марина Малич, терпела его выходки постоянно. Ведь у него всегда были какие-то другие женщины. Впрочем, первая жена его, Эстер, сбежала от него в коммуналку. Но издательские женщины были для них объектом веселой игры, постоянного подкалывания, что ли. Вообще, печатая из журналов «Ёж и Чиж», абериуты любили подшучивать над редактором Генриеттой Левитиной Домбровской. Генриетта давно и давно была прехорошенькая молодая женщина, жена чекиста Домбровского, родного внука того самого Домбровского, который командовал всеми вооруженными силами Парижской коммуны. Она тоже служила в детском отделе, и часто ее называли просто Груней. Шварц и Олейников играли, будто они оба влюблены в нее по уши и сочиняли множество всяких стихов, в которых поносили друг друга от ревности и воспевали свои любовные страдания. Я влюблен в Генриетту Давыдовну, а она в меня, кажется, нет. Ею Шварцу квитанция выдана, мне квитанции, кажется, нет. Ненавижу я Шварца проклятого, за которым страдает она. За него, за умом небогатого, замуж хочет, как рыбка она. Дорогая красивая Груня, разлюбите его кабана. Дело в том, что у Шварца в забуне не спирает дыхание, как у меня. Он подлец, совратитель, мерзавец. Ему вот только бы женщин любить. А Олейников... скромный красавец продолжает мне милостью быть. Я красив, я брезглив, я нахален. Много есть во мне разных идей. Не имею я в мыслях подпален, как имеет их этот индей. Полюбите меня, полюбите. Разлюбите его, разлюбите! На что Шварц отвечал? Ой, Груня... счастья вам желая, хочу я вас предостеречь. Не верьте страсти Николая, он в сети хочет вас завлечь. Ведь он одни слова пустые, туман да волосы густые. Ba-da-ba-da-do-la.
Посвящено Александре Любарской, писательнице и переводчице, редактору Дедгиза, которая работала с Николаевым Олейниковым. У мухи нету перьев. Зачем же я не муха? Я тоже не имею ни перьев, ни хвоста. И мягкости такой же мое большое брюхо. Я так же, как и муха, не вью себе гнезда. Когда бы при рождении я мухой создан был, в сплошном прикосновении я жизнь бы проводил. Я к вам бы прикасался, красавица моя, и в обществе считался счастливчиком бы я. Я бы не кусался, а только целовался. Вот вы тут, между прочим, сидите, и никаких ограничений нет. А совсем недавно в Греции разоблачили группу врачей, которые брали по 400 евро с антиваксеров. За эти деньги они обещали людям укол глюкозы и сертификат вакцинированного с занесением в базу и QR-кодом. Однако под видом глюкозы мошенники кололи клиентам настоящий Pfizer. Безумно любил, давно это было, друзья. Когда еще молод я был, когда еще молод был я. Бывало, возьмешь микроскоп, на муху направишь его, на щечки, на глазки, на лоб, потом на себя самого. И видишь, что я и она, что мы дополняем друг друга, что тоже в меня влюблена моя дорогая подруга. Кружилась она надо мной, стучала и билась в стекло. Я с ней целовался порой, и время для нас незаметно текло. Но годы прошли, и ко мне болезни сошлись толпой. В коленках, в ушах и спине стреляют одна за другой.
я уже больше не тот, и нет моей мухи давно. Она не жужжит, не поет, она не стучится в окно. Забытые чувства теснятся в груди, и сердце мне гложет змея, и нет ничего впереди. О, муха, о, птичка моя! Николай Заболоцкий из досье. В 1926 году сообщил: «Мы тут живем умно и некрасиво. На встречах абериутов в 1933-34 годах частенько играл в трик-трак и напевал несложную песенку. Один адъютант имел аксельбант, а другой адъютант не имел аксельбант. Переписывался с Константином Циолковским. 19 марта 1938 года Заболоцкий был арестован. Выжил благодаря тому, что не признал обвинения в создании контрреволюционной организации. 8 лет провел в сталинских лагерях. Последовательно уничтожал свои черновики. Умер в 1958 от инфаркта. Реабилитирован посмертно. Ветрам наперерез.
птицы легкие висели, как лампады средь небес. Их глаза, как телескопики, смотрели прямо вниз. Люди ползали, как клопики, источники велись. Мышь бежала возле пашен, птица падала на мышь, трупик вмиг обезображен, убираем был в камыш. В камышах сидела птица, мышку пальцами рвала. Изо рта ее водица струйкой на землю текла. Издвигая телескопики своих потухших глаз, птица думала. На холмике катился тарантас. Тарантас бежал по полю. В тарантасе я сидел. И своих несчастий долю тоже на сердце имел. Во все времена людей беспокоил вопрос о единстве искусства и жизни. Но в любом случае это единство не означает, что любой поступок художника является произведением искусства. Здесь очень важен элемент грандиозной случайности мироздания. Эстетика случайности, очень важная во всем том, что сегодня звучит, во многом унаследовано абериутами от Хлебникова. Абериуты как бы продолжили Хлебникова, но и противопоставили себя ему, развивая поэтику ошибки, поэтику случайного и невозможного, как средство постижения философской категории случайности, очень актуальной в эпоху теории относительности. Велимир Хлебников, а его имя имеет южнославянскую природу, на самом деле он Виктор Владимирович, это имя он взял себе в качестве псевдонима, с ним он прожил свою короткую жизнь, всего 37 лет.
Так вот, Вельмир Хлебников – это один из самых, наверное, неординарных и загадочных поэтов Серебряного века. Его произведения до сих пор остаются предметами спора. Уже в ранних произведениях Хлебникова проявилась его грандиозная работа со словами. В его стихах постоянно плывут облакини, летают времяри и шуршат времяши-камыши.
Когда над полем зеленеет стеклянный вечер, след зари,
и небо бледное вдали, и небо бледное вдали. Вблизи задумчиво синеет. Да, Велимир Хлебников придумал свой мир и свой язык. Но не только это удивляло и удивляет читателя в произведениях Хлебникова. Он использует необычные рифмы, в том числе каламбурные, которые раньше считались уместными только в юмористической поэзии. В одном даже небольшом стихотворении Хлебников может использовать разные стихотворные размеры. Он называл это «пляской размеров» и делал вполне осознанно. «И я свирел в свою свирель, и мир хотел в свою хотель. Мне послушные свивались звезды в плавный кружеток. Я свирел в свою свирель, выполняя мира рок». Thank you.
Где шумели, тихо ели, там и жили свиристели. Свиристели там, где жили, где баюны закружили. Тихо пели свиристели, где качались, тихо ели. Стая легких примерей прилетели, улетели. Стая легких примерей. В беспорядке диком теней, где как морок старых дней, закружились, зазвенели стая легких примерей. Стая легких примерей. Стая легких примерей. Даниил Хармс из «Досье». Подписывался как чинарь-взиральник. Среди мужчин абериутского вероисповедания был самым высоким, долговязым, с весьма серьезным лицом.
В 1928 году любил прогуливаться по Невскому проспекту в пилотке со ослиными ушами и с тросточкой, увенчанной старинным автомобильным клаксоном с резиновой черной грушей, и распугивать прохожих. В 1927 году Казимир Малевич подарил Хармсу свою книгу «Бог не скинут» с надписью «Идите и останавливайте прогресс». Погиб в тюрьме в Ленинграде в 1942 году. Николай Олейников из досье. При Абриутах числился оглашенным. Об установленном дома телефоне сказал: «Телефон стоит уже 3 дня, и до сих пор я не заметил, чтобы он приносил счастье». Введенский сказал о нем: «Николай Махарыч подобен женщине. Женщина ближе к некоторым тайнам мира. Она несет их, но сама не осознает». Однажды, выиграв у Введенского в карты, ножницами изрезал его пиджак на ленты. Расстрелян в 1937 году как участник контрреволюционной троцкистской организации. Тогда же, в 1937-м, появилось это стихотворение Хармса. Из дома вышел человек с дубинкой и мешком, и в дальний путь, и в дальний путь отправился пешком. Он шел все впрямо и вперед, и все вперед глядел. Не спал, не пил, не пил, не спал, не спал, не пил, не ел. И вот однажды на заре вошел он в темный лес. И с той поры, и с той поры, и с той поры исчез. Но если как-нибудь его случится встретить вам, тогда скорее, скорее скажите нам. Ареста не последовало. Хармса арестуют 4 года спустя. Но печатать произведения Хармса перестали. И это была катастрофа для его семьи. Хармс и Олейников заговорили как-то о чистых стариках, которые купаются в ключевой воде каждый день и никогда ни из-за чего не огорчаются. Сошлись во мнении, что хотя они и пример долголетия, но противные. Потом Олейников стал смотреть на лампу сквозь дырочку в записной книжке. Хармс хотел объяснить ему закон преломления света в хрусталике, но не смог, так как забыл этот самый закон. Однажды я вас увидал, увидевши дважды, я вас обнимал, а в сотую встречу утратил я пыл. Тогда откровенно я вам заявил: без хлеба и масла любить я не мог. Чтоб страсть не погасла, пеките пирог. Смотрите, как вяну я день ото дня. Татьяна, Татьяна, кормите меня! Поите, кормите отборной едой, пельмени варите, горох с ветчиной. От мяса и кваса исполнено огня, любить буду нежно, красиво, прилежно, кормите меня!
Татьяна выходит, на кухню идет, котлету находит и мне подает. Исполнилось тело желание сил, и черное дело я вновь совершил. И снова котлета, и снова любил, и так до рассвета себя я губил. Заря занималась, когда я уснул. Под окнами пьяный кричал: «Караул!» Лежал я в постели 3 ночи, 3 дня, и кости хрустели во сне у меня. Но вот я проснулся, слегка застонал, и вдруг ужаснулся, и вдруг задрожал. Я ногу хватаю, нога не бежит. Я сердце сжимаю, оно не стучит. Тут я помираю. Закрытый, забытый, в земле лежу, попоной покрытый, от страха дрожу. Дрожу от того я, что начал я гнить, но хочется вдвое мне кушать и пить. Я пищи желаю, желаю котлет, красивого чаю, красивых конфет. Любви мне не надо, не надо страстей. Хочу лимонаду, хочу овощей. Но нет мне ответа. Скрипит лишь доска, и в сердце поэта вползает тоска. Но сердце застынет, увы, навсегда, и желтая хлынет оттуда вода. И мир повернется другой стороной, и в тело вопьется червяк гробовой. Коля Олейников был казак. Белокурый, румяный, кудрявый, похожий лицом на Козьму Прудкова с чубом.
Он был сыном богатого казака, державшего в станице кабак, и ненавидел своего отца. Он весь был пропитан ненавистью к казакам и всему казачьему. Родня сочувствовала белым, а он стал бешеным большевиком. Вступил сначала в комсомол, потом в партию. Первоначальным увлечением его была вовсе не литература, а математика. У него были замечательные способности. Увлечение математикой сохранилось у него до конца жизни. Особенно интересовала его теория вероятности. В Петроград он приехал с официальной справкой. Сим удостоверяется, что гражданин Олейников Николай Макарович действительно красивый. Дана для поступления в Академию художеств. Печать и подпись. Олейников вытребовал эту справку в сельсовете, уверив председателя, что в Академию художников принимают только красивых. Председатель посмотрел на него и справку выдал. Диванчик, я с вами тут. У нас романчик, и вам капут. Да что? Вы так боялись любить меня, сопротивлялись в течение дня. Я ваши губки поцеловал, я ваши юбки пересчитал. Их оказалось всего одна. Тут завязалась между нами страсть. Стало скучно мне через час. Собственноручно прикрыл я вас. Мне надоело вас обнимать. Я начал смело отодвигать. Вы отвернулись, я замолчал. Вот они, мужчины. Вы встрепенулись, я засыпал. Потом под утро смотрел на вас. Пропала пудра, закрылся глаз. Вздохнул я страстно, я вас обнял, и вновь ужасно диван дрожал. Но это было уж не любовь. Во мне бродила лишь просто кровь. Ушел походкой я в сияние дня.
смотрели кротко вы на меня. Вчера так крепко я вас любил, порвалась цепка, я вас забыл. Любовь такая не для меня, она святая должна быть.